Ученые физики в шоке. Вечный двигатель был создан в Узбекистане изобретателем Таиром Камаловым. И позже изобретатель поставил свой генератор на велосипед. И тем самым доказал его работоспособность. А сегодня в этом видео вы узнаете все секреты его изобретения, потому что сам изобретатель поведает свои тайны. И после этой тайны я был на самом деле шокирован. Но вам стоит обязательно посмотреть видео до конца, чтобы все понять, как это работает и что из себя представляет его вечный двигатель. Поехали! Всем привет, друзья, с вами Рафаэль Анриэл, и добро пожаловать на канал запрещенных технологий. Друзья, ну что ж, сегодня вас ждет действительно шокирующее видео, признание изобретателя, который сделал БТГ-генератор и который установил его на велосипед. В общем, обязательно, друзья, посмотрите до конца и распространяйте это видео, потому что именно в этом видео вы узнаете и поймете откровение изобретателя по поводу его генератора. Так что ставим лайки и приятного просмотра. Ассаламу алейкум, Гузбек Халкан. Здравствуйте, россияне, друзья. Намасте, Индистан. Сегодня я покажу вам индийский, который ученые, или не знаю, кто они такие, изобрели вот это. Я покажу, докажу вам, как она работает. Ну, мне все говорят, что на русском, я посрагаю, как по-русски разговаривать, объяснить и на узбекский. Все меня пишут там всякую, у тебя шкафу там, магнит. Скажем, ничего такого, пустой. Я хочу заберу, вот это все знают, наверное, я отмотаю катушку. Там метр километром можно. Температура мотора, нерабочее состояние. Состояние, все видно там. Я вот так ладно, если бродарлар, узим так лакан генератор, мунга якор, шотка, магнит по, магнит, вообще чекаман тайор. Всем видно потом, окажется там. Это обычный мотор, двухкиловаттный, одна фаза, 220 вольт, который работает. Двухкиловаттный мотор, 100-ваттная лампочка. Вот соединение на генератор, это у меня три фазы, вот это мотор, наверное, всем видно, это лампочки. Я сейчас покажу вам Голливуд, индийское кино, внимательно посмотрите. Вот эта розетка у меня 220 вольт, и соединю, она тут начинается, начинается оборот, всем видно, ничего такого нету здесь, вот. Один не работает. Ну что, сын? Вот. Оборот как берет, голова и поднимет. Вот сейчас набирал оборот. А теперь мотор сниму. Вот берет оборот. Вот все. Мотор, вот генератор. Лампочка, никакой магнит, ничего такого нету. Всем видно, наверное. А теперь я соединю, включу сварочный аппарат, как индийский был, чтобы похоже. Сварочный аппарат, тоже вот, соединю. Вот масса клиента, вот. Что такое, как это? Перекончу. И буду варить. Вот, видите, варит, ну, знаете. И сварку. И, вы видели, что я варю сварку, наверное, это на 5-5 киловатт почти, 3 копейки. Еще раз не там больше покажу. Вот,
сейчас покажу температуру. Не видно, вот, вот так видно. 45. Нет, 27. Сколько так? Еще раз я покажу. Это сварочный аппарат. Вот. Видно вот так. Рапка. Генератор. Вот, если не поверите, смотрите. Все. Все, набирайте. А где температура? Сколько там? Уже 49 до 50, вот. Посмотри, о, ничего такого. Вышел. Сниму мотор, вот, смотрите. Еще могу замка, вот. Киловаттный мотор, однофазовый, 200 ватт, который руками невозможно, уже 60 градусов. Это все обман. Фейк, фейк, фейк. Друзья, это фейк. Не занимайтесь такого индийским, не поверите. Никогда это такого не бывает. Никогда. Не был. Это фейк. Только я могу сказать, ну, например, 3 киловаттный мотор, 5 киловаттный мотор, эконом. Вот, это можно, там эконом 2 киловатта, 3 киловатта, можно, можно. Я это поверю. Ну, вечный двигатель, это не вечный. И все индийские на землю пока, на земле стоит. На земле все, что хотите. Что хотите, все можно сделать. Вот у меня секрет, это у меня стоит. Релю, релюшка. 220 вольт здесь, внутри. Я только это соединяю, включаю, отсоединяю. А кабель, вот я сейчас я покажу, где. У всех индийских такой земля. На землю не надо поверить. Вот это 20. Вот, 220 вольт. Видно? Вся индийская вот такой ерундой занимается. Только люди страдают. Люди, не надо этого. Не получится. Блогеры. Андрей, ты тоже прекрати такой. Люди мучают. Сколько люди мучают? Сколько денег тратят? Маховиком, над генератором. Не надо, пожалуйста. Докажи, чтобы он фейк. Чтобы люди не страдали, деньги не тратили. Сколько миллионов людей у меня пишут там. Все попробовали это вот. Сколько денег купили, сколько денег тратили. Сколько золотое свое время тратить. Зачем вам? Это вам индийское кино, что ли? Не надо. Пожалуйста, умоляю, прошу, прекратите, чтобы люди не надо мучить. У нас Аллах запрещен это. Грех. Так, дуслар, Узбекистан халка, миллион-миллион халка на блюдо, и что на Йозганена. Кельманга, бумаган, иш, бумага, иш, качан. Тарахка, бумага, мунага, нарса. Плата керак, бошка керак, магнит, манабу, холе, кайор, бумагнит, холе, сатах. Слава учен, курсы берем, бу, шоткасы йог, намасы йог, муни ярым магниты полиаста, бу, нагрузка бермайды. Иложи болса, келманглар, колярдан келмайды, бумаган, ич кайсы одан барака топмапты, бумаган нарша. Покстан, Индистан, ула, хаммасы ялгон, худды, кино, ула, ишон манглар, ич качан, ухо, бір тонналик махави койсын, фойдасы йог уна. Ич качан, ич кин барака топмаган, муна топмайсыздан, келманглар, илтимосыздан, келманглар, бумаган, бумаган. Kimda kim qilsa, boshdan oxirgacha tilla qo'yib beraman. Bo'lmagan, bo'lmaydi. Yolg'on qilmanglar. Hindistonga o'xshagan yolg'on ishlar kerak emas. Друзья, ребята, там, друзья. Это всё лохотрон. Лохотрон фейк. Индийский. Пакистанцы, не верите, не надо деньги тратить. Не получится. У кого-нибудь получится, сколько людей тратит деньги, сколько миллионов людей. Попробовали это, не знаю, ну я не русский же, объясню, не надо. Это против физика, против этого. Не получится никого. Если получится индийского, там они самые богатые мир были. Их тоже. Фейк это, фейк. Бесплатно, без ничего такого невозможно. Это генератор, это тормозить. Тормозить. А сейчас все покажу, как она работает по-другому. Мы меня все спросили, что, зачем холд датчик у тебя. Сейчас все покажу. У меня время было. Сейчас это, ну, ночь снимаю. Извини.
движок, вот название, ну, вот, отсюда я снял. Всем видно там. Это на месте поставлю, и у меня магниты, но я думаю, где-то около 10 киловатт она даст, и это мотор нагрузки не даст, бензин экономичный будет, ну, для этого сделал. Здесь много чего я сделал, это я собирал автомобиль, мотор, генератор, но сейчас один покажу, тоже холдачик. Люди, я как автомобиль, механик, инженер, вот у нее этого там 13 лошадиные силы, вы понимаете? 13 лошадиные силы, это около, больше 10 киловатт. Надо сюда, оказывается, если ее такой сила нужен, это никто не получится, это вот физика, это я не знаю, но лошадиные силы там, 13 лошадиные, это 2 тонны, можно она тянет, если на автомобиль поставить. А этого невозможно, сила у нее, на генерацию сил, у всех дома есть. Чуть нагрузка дальше, он остановится, мотор, заглушится. Все знают это, поэтому не надо. Это который индюсу покажет 20 киловатт. На 20 киловатт 40 лошадиных сил нужен. Куда у него 5 киловатт, 3-4 киловатт мотор? Это обман. Через 10 минут сгорит ее мотор. Это я поверю, ну знаю, но не поверю. Это, и какой экономика у них? Если там 5 киловатт дал, 10 киловатт, 5 киловатт эконом, вдруг у него мотор сгорит, ремень порвет, подшипник улетит, будет. Какой эконом? Он генератор будет покупать, маховик должен. Это бесполезно, ничего такого. Это индийский лохотрон. Не поверите никогда. Вот что, не надо. Людей мучить тоже не надо. Я вас прошу, не надо. Вы не занимайтесь такого делом. Вот я вам советы, вот ремень китайский, дружба. Вот совет, вот, зубчатый. Я это сам сделал на болгарку. Видно, вот, еще покажу, вот так она работает. Она 2 раза больше будет работать, когда вот так будет. 2 раза, даже 3 раза больше. Не буксовает, ничего такого, не порвется. Вот так лучше, вот вам совет, вот, друзьям. Сейчас я покажу, темнота здесь. И вот это, все спросит, зачем тебе холдачка? Ну вот, я вам покажу. Сниму. Это тоже у меня как индийский, чтобы похож был. Это не нужен. У меня вот это контролер 72 вольта. А у меня сколько вольта нету? 80 вольта. 1200 ватт. У него сила на этом хватит. Ну, я сейчас покажу, который мне контролер 250 ватт всего. Ну, сила, посмотрите, как будет крутить. Покажу сейчас. Сейчас садню. Посмотрим, какой сила. Бачко. Это фаза. Разница нет. Левый, правый крутится. Не знаю, темноту видно вам, не видно. У меня время нет тогда. Самого видно, не видно, вам видно. Курнуто, ну? Сад, вот у меня сварочный аппарат. Еще контроль включил. Вот 3 фазы и контроль. Холдатчик, вот, смотрите. Что-то. Видно вам? Газ. И еще смотрите, всего 250 ватт. И она как крутится. Маховик. И мотор. Вот эта сила называется. Вот это у меня там 1200, вот это... Даже 20 больше лошадиных сил будет у меня. Вот так надо, все моторы, что вот этот двухкиловаттный, эта сила там у нее 1001 лошадиная сила. Если значит, чем лошадиная сила больше. Вот что там. Всего, его 250 ватт всего. Ну, здесь лошадиная сила сейчас. 4 лошадиная сила есть. Вот посмотрите, сейчас она как маховик будет крутить. Видите, как он, какой разгон берет, какое оборудование. Вот. Вот всего. Поэтому.
мне вот этот сварочный аппарат, можно аккумулятор заражить. Ничего, ничего, не бойтесь, так. 12 вольт, так, 10 минут, там, быстро заряд. 24 вольта можно, это 60 вольт, ничего такого страшного. У кого сварочный аппарат, можно аккумулятор заражить, заряд. Сейчас я буду чудеса показывать, которые меня все просят, которые кто делал маховик, мотор, колесо, вот, смотри, это внимательнее, ничего такого. Ну, хочу в то время, здесь будет диск железного, буду все вот это, отмотку там, чтобы у меня 220, еще 60 вольт, 50 ампером был. Ну, скоро-скоро буду это делать. Сейчас, кто не видит, вот покажу. Обычно мотор-колесо. Вот сварочный аппарат. У меня аккумулятора нету, поэтому использую сварочный аппарат. Чаем. Вот контролер. Все смотрите внимательно. Вот смотрите, садим вот этот моторчик. Сначала холд датчик, пожалуйста. Вот холд датчик садим. И фаза. Почему холд датчик? Уже обращает, включится, вот газ, уже видно вам. Обычно мотор колесо это маховик 35 килограмм, я чуть поменьше, там у меня 15 килограмм где-то хватит, наверное, это, вот магниты здесь будут собирать, фланцевый это генератор буду сделать, чтобы она не тормозил. Я вам сказал же, на один валу и мотор колесо, и маховик, и генератор будет. Вот так сделаю это скоро. Как время будет, покажет время. Вот обычный сварочный аппарат. У него 60 вольт на квате на нем, который мне здесь стоит, стоял генератор. Я его предел еще и на валомотор поставил. Вот. Если всем видно, вот. Сейчас что я тоже включу, садили, посмотрите. Она у меня 80 километров едет. Это велосипед, там 40 лет ему. Я собирал вот так. Это мой хобби. Я сам делаю. Автомеханик, инженер, не физик. Меня интересно больше лошадиная сила. Это, хотите, сейчас могу я показать. Если в следующий раз, чтобы она всем верили. Давай сейчас паузу сделаем. Продумал новый мотор, не китайский, сам продумал, сам сейчас вот на попытке садим, посмотрите, желтый на желтый, зеленый, и холдачик. Но, друзья, от себя хочу немножко добавить, после того, как вы все это посмотрели, что не обязательно каждый вечный двигатель должен реально работать. Бывает такое, что может быть все действительно фейком, но есть технологии, которые действительно работают. И так что не позволяйте мыслям затуманить, скажем так, ваш разум, потому что есть вещи действительно крутые и действительно рабочие. И возможно, если честно, мое мнение, то этот генератор может быть и работает. Дело в том, что многие люди, когда наваливается вот эта популярность, да, они понимают, что у них могут возникнуть проблемы из-за таких прорывных технологий. И поэтому они могут пытаться там удалить видео или уже потом сказать, что это фейк. Потому что это чаще всего так и бывает. Если какие-то угрозы поступают изобретателю, если он что-то, конечно, нашел, да, ему могут предложить денег, если он отказывается, могут уже угрожать. И тогда человек просто думает, а вообще зачем я во все это ввязался, скажу, что это фейк. И никто не будет повторять, следовательно, искатели свободной энергии, скажем так, исчезнут.
Так что ищите, БТГ есть.